Очередная вещь из далекой и загадочной Африки. Это канцелярский нож. Что бы вы ни подумали, это именно канцелярский нож для вскрытия бумаг, писем, чего-то еще. Он сделан из эбенового дерева. Порода крайне твердая по своему вот, по тактильным ощущениям. Допустим, это просто как какой-то очень жесткий пластик твердый. Вот, нож называется «Птичка», почему не трудно догадаться. Его рукоятка вот как бы сделана, такой вот рельеф, такое изображение птички. С этой стороны острие очень, очень остренькое такое. В общем, нож. Я думаю, что если у вас будет на столе такой нож, вам будет завидовать весь офис, и явно, что ни у кого больше в офисе такого ножа не будет. Поэтому, если вы хотите купить вещи, на самом деле экзотические, в единственном экземпляре ручной работы, заходите в магазин «Купи сувенир», ни в чем себе не отказывайте. Спасибо.